Всем привет, дамы и господа. Это все, что вы не заметили в Бравл Толк. Поехали, тут очень много всего. Мы сейчас вообще все это разберем. Погнали. Первое, что я бы вам хотел рассказать, немногие заметили то, что у мистера Пи появилась какая-то шкала. Скорее всего, она будет работать на его второй пассивке, когда его чемоданчик подпрыгивает после того, как он куда-то не попал. Переходим дальше. Дальше нам показали два новых режима. И обязательно напишите в комментах, какой вам больше всего понравился. Мне больше всего понравился первый, но потому что второй, он однотипный. Ну так вот, нам показали то, что патрон Сквика может зацепиться за сейф и кататься. Вы прикиньте, как можно с этим, какие фичи делать. Переходим дальше. Немногие этого заметили. Поэтому переходим дальше. Ну а дальше нам показали мультик с новым бойцом. И лишь немногие заметили, на этом кадре такие значки. И всего 1% от всех игроков понял, что это. Это пины из Бравл Пасс. Они и находятся на самом первом кадре в мультике Ивы. Ну и переходим дальше. Также они сказали то, что скины из Бравл Пасс и Силовой Лиги не будут эксклюзивными, а со временем появятся в магазине, как акции. И вот у меня возник вопрос, а что же будет со скином Силовой Лиги? Потому что, чтобы его забрать в магазин, надо 60 раз выиграть и потом его купить. А если он со временем у тебя появится, то он типа дороже будет стоить или что? Просто как-то странно. Напишите, пожалуйста, в комментах. И, кстати, они еще сказали то, что все скины с 1 по 10 сезон Brawl Pass останутся эксклюзивами. И вот эта вот неэксклюзивность скинов начинается с этого сезона. Переходим дальше, а дальше очень круто. Еще нам слили новые гаджеты. Ставь на паузу, читай их. Это не все гаджеты, но можешь прочитать. И поехали. И еще очень странно, зачем нам показали скин на Грома, если Пасха только через 14 недель, а уже меньше, чем через 14 недель, выйдет уже следующий Brawl Talk, так как уже этот 11 сезон Brawl Pass закончится. Это очень странно, ну и я, наверное, уже буду с вами прощаться. Все комментарии читаю. Вы были на видео, все секреты, которые вы не увидели в Brawl Talk. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока.